Такого наплыва туристов Лук не видел за все 10 лет, что здесь отмечают День лука. Гости приехали из разных городов страны, чтобы попробовать ядреный овощ и познакомиться с автором хита «Лук-лучок» Олегом Опариным, ставшим местной знаменитостью. На дне лука герой на расхват. Туристы просят разрешения сфотографироваться, а Опарин не упускает возможности на этом подзаработать. За снимок берет 50 рублей. Олег уверен, после очередного фестиваля его снова пригласят на телевидение. Он уже был на съемках передач «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся». Было дело. И что, ты до сих пор не женат? Да не нужны мне городские. Если женюсь, то только на своей, деревенской. И вот это вот правильно. Впервые посетил праздник губернатор Ивановской области Павел Коньков, что очень порадовало жителей Луха. В мастер-классе по вождению трактора, несмотря на большой в этом опыт, глава региона не участвовал. Зато побывал в музее изобретателя сварки Николая Бинардоса и выступил на открытии праздника. По собственному опыту знаю, что лукский лук – это действительно лук особый. Каждый год выпрашиваю Николая Ивановича Смурова пару килограмм сивка и выращиваю. В этом году урожай опять-таки замечательный. Я от всей души поздравляю вас. Я желаю вам здоровья, счастья, доброго настроения, покупателям и продавцам хороших удачных покупок и продаж. Однако не всем туристам в этот день удалось приобрести местный овощ. Лук-лучок разобрали еще ранним утром до открытия ярмарки. Скупали даже за валюту. На фестивале его можно было увидеть только в виде декора, а также попробовать на вкус пироги с луком и луковую настойку. Отмечаем в Лухе мы день лука 10 лет. День лука 10 лет, а мы торгуем весело и развлекаем песнею. И от настойки луковой кружится голова. Лили из него и луковые косы. Такую же вязанку год назад подарили Ивану Урганту. Телеведущий хотя и обещал приехать, но слово свое не сдержал. Однако все желающие смогли сделать фото с его картонным двойником. Правда, большей популярностью в день праздника пользовался другой арт-объект – скульптура королевы Лука. На ней диадема и лента с конкурса красоты. Такого персонажа в подарок жителям Луха сделал ивановский скульптор по металлу Владимир Волков. Любовь Почерникова, РТВ Иваново, Лух.